Сектор 5 заражен. Кто ранен? Уинстона подбили.
Подлатай его, станет лучше, уйди его отсюда. Гордон Фриман, у тебя получилось. Мы говорили с Алекс. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. За мной. Это Леон, у нас все чисто. И здесь Гордон Фриман. Доктор Фриман, вы шутите? Я была на связи с Алекс. Они схватили ее отца. Сюда, доктор Фриман. Без Илая Венса нет освобождения. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. Гордон, ты прошел через Ревенхольм. Слава богу. Мне нужна помощь. Они захватили моего отца. Его увезли в Новый Проспект. Вартигонты выследили корабль, на котором отправили его и Джудит Мосман. Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят. Вот тут-то ты и вступаешь в игру, Гордон. Мне нужно, чтобы ты пробрался по берегу до Нового Проспекта. Раньше это была тюрьма строгого режима, а сейчас кое-что похуже. Но я все же думаю, что легче пробраться туда, чем выбраться оттуда. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьиные львы. Поэтому я и звоню, Леон. Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну, тот, на который отец навесил там... Да, хорошая идея. Подожди. Норика, выводи багги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо. Я установила ящик с боеприпасами сзади. Как раз вовремя? Окей, Алекс, мы готовы. Спасибо, Леон. Гордон, я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Ищи меня на станции, где разгружают поезда. Береги себя. Увидимся в Новый Проспект. Пока. Пока, Алекс. Окей, док, перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Будь в машине, используй гидранты и не будешь уступать муравьиным львам. Я сообщу на базу о твоем прибытии. Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает... Здравствуйте, доктор Фриман. Машина готова. Запрыгивайте, я опущу вас на пляж. Хорошо, поехали. Черт, магниты барахлят. Извините, док.
Thank you.